молодых танцорах, методика обучения, упражнения и так далее и тому подобное. Очень хорошая тема. Я хочу поделиться своими мыслями. В первую очередь, мы должны иметь в своей голове систему, и тогда появятся результаты и развитие. Простые упражнения. Два. Бутылочки с водой. Чтобы ничего лишнего не делать. Легкий вес и привыкать к тому, что изоляция, да, то есть я работаю здесь. 4, 1, 2, 3, cha-cha, 1, 2, 3, cha-cha, 1. И потом эта рамка, в итоге вы закончите красиво пальчики. Вложим сюда такую вот, ну, резиночку. Опускаем, тянемся вниз. Смотрите, как сразу красиво открывается здесь. Да? Резинка помогает. И то же самое, те же самые шаги базовые отрабатываем. 4, 1, 2, 3, cha-cha, 1, 2, 3, cha-cha, 1. И заметьте, повторяю, сейчас цель это. Я не думаю обо всем, о том. Я думаю только о том, как выглядит эта часть.